А вот и мой новогодний подарок. Сейчас я вам покажу, что это. Мимишная маленькая штучка, которая поднимет мое настроение, а может быть и ваше тоже. Да, это утка, только не плавать, а для машины. То есть тут даже есть вот у нас силиконовая наклеечка. Ее можно приклеить прямо на приборную панель. Ну что, давайте соберем, посмотрим на эту мега-утку. В шлеме есть специальное отверстие, куда вставляется такой болтик, и сейчас будет накручиваться на него пропеллер. Итак, шлем мы собрали, идем дальше. У этой мега крутой утки есть даже очки рокерские, такая цепочка. Давайте примерим. Осталось только шлем надеть. По-моему, это бомба, ребята, это просто бомба. Вот это я себе в машину купила крутую штуку. Утка, моя собственная утя. Такая вот уточка в машину. Есть еще силиконовая такая штучка, клеится и приклеивается куда вам нужно. Я думаю, может быть, приклеивать сначала не буду. Кстати, очки как-то неровно надо поправить. Вот теперь самый смак. Такая вот крутая утка в машину. По-моему, это круто. Напишите в комментариях, как вам. Очень оригинальный подарок, между прочим, если вот у кого-то есть автомобиль, и кто-то любит вот такие мимимишности. 336 рублей, ссылка на Валберес, кому надо, могу с удовольствием поделиться. Вот и мой подарочек приехал на Новый год.